Друзья, всем привет, с вами Снвайс, добро пожаловать на канал Drop Gadgets и мобильных устройств. И сегодня у меня на канале мы посмотрим на очень интересную новинку от компании Boya. Это ультракомпактная беспроводная микрофонная система, которая работает на частоте 2,4 ГГц. Называется она Boya Omic U. Данная версия у нас с разъемом USB-C и подходит для большинства компьютеров, ноутбуков, смартфонов на базе Android и современных телефонов Apple. Но существует также версия и Lightning для более старых устройств iOS. Данная микрофонная система у нас всенаправленная и идеально подходит как для профессиональных контент-мейкеров, так и для любителей, которым нужно улучшить качество звука при видеозаписи. В комплекте поставки вы найдете специальный аккумуляторный зарядный кейс, в котором будет храниться ваш передатчик и два микрофона. Здесь они будут подзаряжаться. Время автономной работы заявляется на уровне 5 часов. А подзаряжаться они внутри кейса будут в течение 2 часов. Данный кейс можно подзарядить как с помощью порта USB-C, кабель есть в комплекте, так и беспроводным способом. На тыльной стороне у нас есть площадка для беспроводной зарядки. Ну а на передней части есть светодиодная полоска, состоящая из 4 светодиодов, по которой вы сможете контролировать заряд батареи. Также в комплекте будет инструкция и вот такой вот набор аксессуаров, который находится в мешочке. Этот мешочек можно использовать для переноски кейса, чтобы, допустим, он не царапался у вас в сумке. Внутри мешочка вы найдете кабель Type-C для зарядки, и 2 ветрозащиты, вот такие вот махнушки, чтобы использовать микрофоны на улице, когда, допустим, ветреная погода. Производитель заявляет радиус действия до 50 метров, так что вы можете использовать эти микрофоны не только в помещении, в больших залах, но даже и на улице, на открытом пространстве. Сейчас я записываю звук на микрофон своей камеры, но давайте подключим теперь эту микрофонную систему и послушаем, как все это дело звучит. Ну что ж, друзья, я подключил микрофон к своей камере и теперь говорю непосредственно в него. Большой плюс этой системы то, что в комплекте у нас 2 микрофона, так что вы можете использовать ее для записи, допустим, интервью. Либо же, если это ваша семейная съемка, то вы можете дать 1 микрофон человеку, которого вы снимаете, 2 повесить себе и комментировать что-то за кадром. В любом случае, вы получите более качественный звук, чем с микрофона, который установлен в камере. Вот таким вот образом звучит этот микрофончик при съемке в помещении. Ну а теперь давайте переместимся на улицу и послушаем, как он звучит там. Ну что ж, друзья, я вышел на улицу. Вот такое вот качество звука будет. Причем на улице ветерочек. Я надел ветрозащиту. Также в микрофоне есть встроенная система шумоподавления, которую можно либо включить, либо отключить 3-кратным нажатием на кнопку на передней панели микрофона. Вот такое вот качество звука будет примерно в 3 метрах от камеры на улице. Давайте я чуть-чуть отойду подальше и послушаем, будет ли меняться звучание или нет. Сейчас я буду где-то, наверное, в 10 метрах. Не знаю, будет видно меня или нет. Залез в кусты для этого. Давайте отойду чуть дальше. Ну и теперь фактически я в 20 метрах от камеры. Не знаю, слышно или нет. Мы послушаем уже на монтаже. Вот такое вот качество звука вы получите. Ну и давайте теперь подойду поближе. И будем уже заканчивать. Ну что ж, друзья. Вот такая вот компактная, я бы даже сказал, ультракомпактная беспроводная микрофонная система от компании Boya Omic U. Так что, если вам нужно улучшить качество видеозаписи, либо же вы занимаетесь озвучкой, либо же хотите действительно профессиональную микрофонную систему, ну, допустим, для журналистской деятельности, для интервью, то эта микрофонная система вам однозначно понравится. Она очень легкая, компактная, ее всегда можно взять с собой, и заряжается она фактически, пока вы куда-то едете. Очень легкая, очень маленькая, незаметная, но при этом довольно мощная и качественная. Ну что ж, друзья, на сим буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Айс. Ставьте лайк. Всем пока.